Всем привет, дорогие друзья! Не удержался, распаковал я данную посылку не на камеру. Заказывал я на сайте AliExpress вот такой вот генератор озона. Задался я целью, как же обеззаразить воздух и вообще помещение, подвальное помещение, погреба в частном доме от разных грибков, плесени там, ну и всего того плохого, что влияет на, скажем так, сохранность, например, той же картошки, каких-то там консерваций, банок и всего прочего. То есть, в принципе, выбор лежал между покупкой ультрафиолетовой лампы, то есть для стерилизации воздуха, и также увидел, что на сайте AliExpress часто покупают, заказывают такие вот генераторы озона. Вот, если, допустим, по тексту читаемый, озон является сильным окислителем, может быстро убить бактерии в воздухе с определенной концентрацией. Но это перевод, скажем так, с китайского, поэтому не совсем так все звучит. Не существует токсичных остатков в воздухе, генератор озона удаляет запахи, метанол – это хорошо, выбор для стерилизации воздуха. Вот, значит, здесь применение, какое может найти данный прибор. Стерилизовать и устранить запахи для зоомагазина, сохранить свежие фрукты и продлить срок годности для фруктового магазина. Избавиться от неприятного запаха из холодильника для холодильника. Уничтожить микробы в воздухе для электронного обувного шкафа. Ну, то есть, понятно, думаю. Значит, существуют версии для подключения питания 220 вольт и также прикуривателя 12 вольт. А моя версия от 220 вольт. Ну, давайте сейчас скроем, посмотрим вообще, как он выглядит. Вот, запаковано все это в пупырку. Посылка из Москвы, кстати, шла в течение 5 дней, пришла до Белгорода. Потому что у данного китайского продавца склад находится в Москве. Я вижу здесь сверху такие вот керамические пластины, две штучки. На них высоковольтные электроды напаяны. Все это так прикручено к корпусу. Это из алюминия. Внизу такой теплоотвод, тоже массивно алюминиевый. Ну и, в принципе, вот провода для 220 вольт. Написано, что подключается 220 вольт и 10 грамм ГЦ. Ну, это, наверное, 10 грамм в час, либо минуту генерирует данный прибор озона. Ну что ж, давайте подключим данный прибор к сети 220 вольт. И уже по ощущениям своим, как он только начнет работать, появится в воздухе запах озона. И я, соответственно, вам скажу, то есть работает ли он, либо нет. Подключаем. Вот такой вот звук идет. Кстати, довольно-таки громко все работает. Все, я чувствую запах озона. Я выключаю. Очень большая концентрация. В принципе, рядом сидеть лучше не сидеть. Но комната, да, начинает наполняться запахом озона. Как написано в инструкции, после 25 минут использования данного прибора его необходимо выключить для того, чтобы он охладился. И также не забывайте, что когда данный прибор работает долго, там, ну, пускай больше 10 минут, больше 20 минут в помещении, соответственно, уже большие концентрации озона, они уже вредны. Данный прибор создан для того, чтобы стерилизовать и обеззараживать воздух в помещениях от 10 до 20 квадратных метров. В принципе, ссылку я оставлю под видео. Кого заинтересовал данный прибор, можете покупать. Спасибо за внимание. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.